что там лечиться или, блядь, в боёвке что делать? Ну что ты, ты бы тогда уж не пропускал его, или что-то непонятно, зачем это нужно было? Степ стоит. Вон, кто хочет ездить нормально, он же. Ну вообще он нарушает же правила. Конечно, это лишение прав. 5000 штраф и лишение таких уродов.